Так, всем привет, народ. По видюхам, да, уже там где-то неделю, чуть больше видюхи не выходили. Короче, они в процессе, я их все монтирую, монтирую, никак смонтировать не могу, там около двух видюх. Может, все в одну видюху сделаю. Ну, ладно, это уже следующее видео тогда будет. Вот, а сейчас, что, я уже загрузился, стою на прогрессе, ну, уже выехал с прогресса с завода. Опять на Самару загрузился. Выезжаем. Сейчас вам что покажу. Так, собственно, что показать хотел. Прибомбился от такого вот красавчика. Ну все, уже морозилка минус 7. Здесь 5 градусов на самой камере. Вот. Сюда воды налил. Опа, потекла. Ну, водички налил, чтоб ледик у меня был. Сейчас с вами будем холодильник распаковывать, вернее затаривать. Сыр сюда, масло, морозилочку. Сыр даже можно сюда, вот сырок. Сюда в полочку сырок. Так, надо чуть-чуть в бок подвинуть, чтобы побольше открывался. Подрегулировать надо моменты некоторые, да? Ну, ладно, сейчас все сделаем. Колбаска у нас пошла одна. Так, эту рульку я сейчас еще не обедал сегодня, рульку поем. Потом салатик. Вторая колбаска. Третья колбаска. Сейчас сразу затарился на весь рейс, чтобы мне не бегать по магазинам. Рыбка. Я говорю, как мне его давно не хватало, этого холодильника. Потому что продукты возьмешь, сами знаете, и корочка. Вот. Сами знаете, да? Возьмешь, и все надо. Сыр такой плавленый сюда пойдет. Наверное, рыбку тоже сюда вот уберу. Почему? Потому что здесь у меня вода будет. Воды много понабрал. Водичка была у нас с собой. Это разложить надо будет поудобнее. Во. Имбирек тоже, наверное, сюда положим. Оливочки, сало в морозилку. Ну, что, эту воду сейчас по дороге пить буду. Ну, в принципе, как бы и все. Хлебушек. Вот. Так, рульку достать. Рульку. Сейчас вот бутербродов поем. Ну, короче, вот такое приобретение у меня. Вот, все. Залезло. Морозилку еще забивать и забивать можно. Здесь полочки, все, то есть яйца, не яйца можно ложить. Все закрыли, все аккуратненько. Так, ладно, что, тогда я перекусываю и помчали. Так, что, надо заехать коня поднапоить. Что у нас солярочка? 59.50 или 59.90, так что понял. Коня поднапоить, окна помыть, да? Да, дальше поедем. Рублики тикают. Что-то вроде появляется. Капот открывал, окна мыл. Так, проверил, вроде все нормуль. Все нормально. За исключением вот этой ситуации. Вот. Вот одну глушку, которую я не переделывал, оставил ее. Короче, она мне мозги начала пропускать вот в этом месте. Ну ладно, уже домой приедем, сделаем.
вроде все игрушечки, которые делали на месте. Где фокус? Фокус. На месте, на месте. Эти все вертыши на месте. Короче, все нормально, да? Ну все, подзаправился. Окошки помыл. Сам перекусил, коня напоил. Тоже накормил. Можно трогаться, да? Сегодня по плану до Пензы дойти. И будет ништяк. Время у нас 1:30. Иду с небольшим таким запасиком по времени. Ну, пока как, только выехал. В запасе, короче, имеется, да? Ладно, что, все, помчали. Добрался до выгрузки. Все, стою на воротах. Дождик пошел, прохладненько, хорошо. Выспался вообще просто бомбически. Так, значит, что мы сейчас делаем? Открываем холодосик. Достаем рыбку. Достаем хлебушек. И достаем масло. Сало выпало. Все, замерзло вообще, он как лед. Нормально. Ставим чайник. Будем кушать. Я по утрам не ем. Время у нас уже. Утром просто вообще не могу есть. Ничего, утром только кофе. Вот время 12:00. Как бы можно что-нибудь живануть. Ладно, ставлю кофе, сейчас поговорим. Ну, вот такие бутербродики вот у меня получаются. Сейчас буду их употреблять. Сделал бутербродиков таких. Блин, мне хлеб такой понравился вообще. Им наедаешься. Он вкусный и какой-то мягкий. И наедайся им. Такой в американском стиле, да? Прикольненько. Ну а сейчас что, я на КБ разгружаюсь, переезжаю опять на пивзавод, гружусь пивом, пивом гружусь, еду в Ульяновск. Ну, с Ульяновском опять же таки это длинное домой, да? Видосики, как говорил, видосики только монтировать начинаю, то кто-нибудь позвонит или сохранять его видео, он когда смонтируешь, там сохраняешь его потом. Опять кто-нибудь позвонит, все сбивается, все слетает. Ну и неделю какая-то такая западня от меня. Ну сейчас я когда монтирую, просто отключаю этот, ну, режим полета ставлю. И буду в режиме полета монтировать. И сохранять так же само. Сохранять на ночь буду тоже. Режим полета ставлю. Телефон убираю и все. И пусть сохраняется. Вот. Так что так. По времени тоже. Сейчас как трамвай ездил, только из рейса в рейс, из рейса в рейс. Ну, сейчас приеду, надо немножко машиной позаниматься. Ну, как немножко тут. Надо позаниматься машиной. Много мелочевок набралось за это время. Надо всю эту мелочевку устранять. Более-менее божеский вид машины приводить. Дальше у меня в первых числах сентября
на Фреда Фары придут с Китая. Ну, такого же типа, как на Интер оставил. Такого же типа. Только на Фреда 4 штуки. 4 фары. И будем заниматься Фредом. Сейчас вот встретимся, дай бог, все нормально приеду. Интером, Фредом. Если опять же таки погода даст. А то жара, то дожди. Да. Не, ну холодильник, пацаны, это просто такая нужная вещь в машине. Это я сейчас с ним первый рейс с ним, с холодильником. А так с дома набрал. Еды упаковался. Ну, магазин так что-нибудь попить, заскочил взять. Ну, еще что-нибудь там, колбаски, сыра, да? Ну и все. И опять же таки колбаску, сыр взял, отрезал ее, поел, убрал в холодильник, уже не переживаешь, то что он там что-нибудь пропадет, не пропадет, все нормально. Так же самое, куда-нибудь приедешь, где магазинов поблизости нету, да, вот эти уже бич-пакеты не брать, не есть. Уже холодильник открыл, поковырялся, что-нибудь нашел, поел, и, как говорится, жизнь удалась. Но. Ну ладненько, такое видео, пацаны, коротенькое будет. Это я так, что не потерялся, все помню. Про вас не забываю, ну, так получилось, видюхи, короче, подзадержались. Так что все, всем пока, всем всего хорошего, на связи.